Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Павлина Рави, будем прокачивать его на 13 уровень, потому что мне выпали наконец-то его, на него жетоны, ну и потому что это имба, да. Будем сегодня ниндзя Рави, да, именно так. Ну и погнали качать. Равик у нас жесткий, мощный, наконец-то за него давно не играл на самом деле, поимбовать хочется очень сильно. И это как раз будем сейчас делать, да, вот он Равик. Первобытный инстинкт на него у меня открыт, выбит. Поэтому сегодня будем красоваться в этом первобытном инстинкте. Итак, вот он, 13 уровень, добавляет почти 1000 хп. Итого получается почти 7000 хп. Конечно, это вообще никак не влияет на самом деле на игру, но... хотелось бы, конечно, чтобы влияло. Ладно. Будем сейчас качать атрибуты. По атрибутам возьмем, конечно, копье. 1100 урона. Посмотрите на эту имбу. 5000 урона с копья. 5000 урона практически с копья. 5000 урона! Это самый высокий урон, наверное, у нас в игре. Мы сейчас глянем после этого бобра, чтобы вам показать тоже. Но мне кажется, это самый высокий. Прокачаем опять же до максимума. Хочется мне получить бонус по атрибутах. Хотя можно было не качать, конечно, но все-таки хочется. Лук покачнем тоже, тут получим 15%. Ну, тут, конечно, не так много, 3000 урона, но все равно неплохо. И атрибут на лук тоже возьмем. Снизу брать я пока не собираюсь. Возможно, в будущем возьмем скорость плюс 0 за 50 тысяч монет, но пока нет. Пока я лучше за 50, что понимали, за 60 тысяч, прокачивается 14. А, я уже прокачал, да? Ну, неважно. Я уже прокачал 14 за 60 тысяч. Ну, и вы, чтобы вы понимали просто. 14 уровень, 60 тысяч. А тут 50 тысяч, один ботинок, который ничего не дает. Ну, конечно, за ним дробовик хороший, но... что поделать, разрабы так решили сделать. Гении. Гении разрабы, как всегда. Так, копье. Один атрибут имеем. 4% скорости это не вариант. 2% перезарядки или... 3% дальность. Я выберу дальность. Мне дальность будет побольше нравится. Дальше нем. Лук. Ну, по луку 1% дальности, это смешно. 2% ладно, пусть будет, а вот лук у нас стреляет, да? Давайте перезарядку возьмем. Хотя я бы такой, знаете, что забрал бы здесь и забрал бы вот так вот. Да, дальность будет чуть меньше, но скорость будет повыше. Да, причем значительно. И идем дальше, это у нас дробовик. Я вообще думаю, по одному атрибуту уже скорость бросать, чтобы оно хоть немножко вот так вот было, потому что смотрите, как хорошо становится, а? 12%, а если добавить еще, то будет 16%, но это уже незначительно, да? При этом, что я могу докинуть? 3%, блин, 3% перезарядки хорошо, и 2% дальности ни о чем, а вот 3% перезарядки хорошо. Блин, а давайте заберем с дальности 3% и вот так вот сделаем, чтобы было по балансу немножко получше. Все, вот так вот оставляем, таким вот павлином Рави мы пойдем сейчас в бой. Вроде бы ничего не забыл. Надеюсь. Ну и вот он, 13 уровень, имба, мощь. Обещала бобра показать, да. Посмотреть, сколько у него копье на 14 уровне дамажа. Давайте глянем. Ради интереса. Это интересно же, да? Да. Там 5000, а тут... а то 3. Рили? 3400. Давайте глянем еще раз. Павлина. Павлин, да. Не фламинго, павлин. Я в это рассказал правильно. Смотрим копье. 3. 3. Чё за дела? Кто-то понимает, что происходит? Ну, короче, урон как у копья, как у бобра. В итоге получается. Хотя бобер 14 уровень, этот всего лишь 13. Но, смотрите, 2700. Ну ладно, чуть поменьше даже, чем у бобра. Не знаю почему, ну ладно, странно. Странно все. Почему показывало 5000 урона, непонятно. В общем, отправляемся в бой. Рави готов. Играем, опять же, командные бои, сборочка, ну, для меня стандартная. Подвижность там, отхил, ну, и для команды дефибриллятор, даже без него. Такс. Ну что? Бахнем пока что по этому. Отражение моя как бы еще стоит. На бота почему-то отражение не сработало. Очень странно, почему. Так. Бота бахаем. Еще бахаем и еще бахаем. Ну отдайте, ну отдайте. Гадские никсы. Ну хотя бы один никс мне не старался забрать. Блин, мне бы сейчас, конечно, легендарное копье. Такое сейчас тут мог бахать. Представляете, легендарное копье на павлиноса. Павлинчика. Что бы я сейчас сделал, а? Представляете, вот эту дистанцию, этот урон. Ты просто кидаешь и все умирает. О, какой же кайф. Ладно, нету так нету, как говорится. Никсу, наверное, очень хотелось легендарный дроп, поэтому он его забрал. Видимо, поэтому. Другой причины в этом нет. Видали? А, там два бота были в одной яйце.
в одном месте, и они шли одновременно, и я когда выстрелил, попал в одного. Ну что ж, золотое копье тоже неплохо, вот такой вот он имеет радиус. Офигенский, блин, какой же офигенский персонаж. В сценарии святого бы ему еще, и можно было по воде бы бегать, вообще был бы класс. Ах, чувствую имбища лютая. Ну, опять же, что Эдна, что павлинчик имба лютый. Хотя, как по мне, павлинчик даже пожестче. Но если бы еще лук не сводился, а был бы копье у жирафа, было бы классно. Я так думаю. Так, ну что, бахаем. Наш сквад немножко сверху. Я пока что активным навыком не пользуюсь. Пока что. Не вижу в этом смысла никакого. Пока что автоатакой бахаем. Особого смысла в активном навыке нету. Вот там кенгуру уже видали. Жесткий кенгуру куда-то взялся. Так, бахаем, бахаем, хилимся. Как же бесит мне этот кенгуру, который там стоит. Ого, видали, пол хп баку снес, как вам, одним копьем. Пол хп 14 баку одним копьем снести. Норм? Я думаю, норм. Блин, промахиваюсь очень много. Нужно аккуратничать немного. О, попал в него этой штучкой. Так, бахаем пока что, изи вообще. Пока что все, конечно, красиво получается. Правда, другой сквад немножко сверху пришел ко мне. Дружить, да? Любители подружить. Но я там шотаю по одному. Они не могут из-за этого себе ничего позволить. О, смотрите, сейчас будут умирать. Сейчас будут умирать от моего копья, красавчики. Домой. Все. Изи копьем законтролил. Красота. Так, ну, бахаем пока что. Так, ну немножко джейт я отражением своим убил, и получилось красиво. Фух. Динамичненько было, ничего не скажу, но... Это копье павлинчика, это царская штука, царская. Вот бы еще бобер у меня был адекватный, тоже кидал копье, куда я кидал, но... Это же бобер. Откуда у него адекватность, да? Логично. Ну что ж, первый бой затащили, погнали дальше. Нужно затащить больше боев на такой-то имбе. Это одно удовольствие делать, поэтому, ребят, всем советую качать. Именно павлинчика, выбивать на него жетоны. Потому что без жетонов павлинчик не павлинчик. Как же красиво. Пока что хилимся. Аптечку мы не залутали. Красиво все. Змея меня сейчас добьет. Парам-прам-пам. Баланс, как всегда, в игре прекрасен. Просто баланс. Просто бой, в котором тебе не выпал лут. Из-за этого ты ничего не смог сделать. Парам-парам-пам, а им выпал, они смогли сделать. Парам-парам-пам. Да, просто бой. И ты ничего с этим сделать не сможешь, к сожалению. Да, и в игре же очень сложно настроить, чтобы склады спавнились просто в четырех точках на карты, стабильных, да? Это же очень сложно. А потом бы собирались и дрались. Это очень сложно. Лучше заспавнить все 4 склада в музее, дать одному складу оружие, а всем остальным не давать, к примеру, да? Ну зачем? Ну зачем? И логично, логично. Да. Ой, просто нету слов. Вот в чем интерес вот таких вот замесов, когда в начале без лута, без аптечек, без ничего. В чем это интересно? Я не знаю, мне интереса в этом никакого нет. Вот опять 2 склада в музее спавнятся. Ну нормально. Вот еще 3 снизу как бы в музее практически, да? Ну а чё б нет? А чё нет, да? Чё б не заспавнить, как говорится. Ладно, брошу это копье. Пойдем. Пойдем, пойдем, потом. Яра какая-то очень странная. За нами, кстати, бегут. Ну если что, задефы. Тут, правда, снизу другой сквад, который нас уже шотает. То есть нас сейчас будет с двух сторон зажимать склады. Понимаю. Надо уходить, значит. Пусть они между собой дерутся. Попробую сейчас снизу подойти и поубивать их. Очень жестко поубивать, но вряд ли получится. Скорее всего, нет. Ну, вот что было в голове того человека, который пошел драться против склада противника, я не знаю. Что было в голове у этого человека. Существа. Так, ну у меня есть ботинок, я могу пока что побегать. Жейт я убил, отлично. Хороший знак. Есть вариант резнуть бачка. Пока что. Небольшой, но вариантик все-таки. Ботик здесь есть еще. Ботика сейчас тоже убьем. Спокойненько. Все, ботика убиваем. Ну, ботинок меня, конечно, спас. Я забыл про него, что у меня есть. А он, видите, вот, очень полезный.
Очень полезный для павлина, очень много дает. Я на самом деле с этой территории не очень хочу ходить. У нас всего двое осталось, ну, тех, кто смогли в мозг, да? К сожалению, остальная моя команда не смогла. Бывает, что поделать. То есть они видели противника слева, они видели противника сверху. И такие, ага, ага. А нет, у меня еще кенгру есть. Пойдем-ка мы умирать, да? Гениально было. То есть ничего не было, но мы пошли умирать. Красиво я попадаю. Ничего не скажу. Так, бачок, надо играть вместе. Давайте. У меня еще кенгуру выжил, отлично. Целый кенгуру у меня еще есть. Теперь нас трое, в принципе, можем затащить. Правда, птичек маловато. Но шансы у нас есть. Шансы у нас есть, бак у нас, в принципе, хороший. Ну, по уровню хотя бы хороший. Если они с кенгуру будут отвлекать, то я смогу надамажить. Много, много надамажить. Если повезет, даже отражение смогу использовать. Но это не точно. Опять же, сейчас надо через копье, наверное, играть. Хотя лук дальше показывает. Нужно чередовать, наверное, придется. Так, пока что бахнем так. Все, нормально у нас. Все прекрасно, играем команду. У нас все хорошо. Будем играть возле боковых кустов. Так, бахаем. Блин, меня с двух сторон окружают. Ну что за дела, ну. Поэтому я попадаю, к счастью. К счастью попадаю, да. Именно так. Нет, мне не хватает. Их слишком много, они в кустах их не видно. Они, короче, подвижные. Ну, почти смогли. Почти смогли. Было очень неудобно, потому что Луи душил. Блин, 15 Луи просто. Душно, душно было, конечно. Ну, что поделать. Такие игроки, такие сквады, такой рандом, который беспощадно спавнит 3 сквада в одну точку. Ну, логично же, логично. Да, это же очень интересно, когда тебя душат с тех сторон. Ладно, с двух. Ай, спокойно, не гореть. Просто на имбе не могу тащить, потому что баланс. Дважды меня закидывают в вот это вот. Ну, что поделать, да. Интересно, куда сейчас нас закинет. Вижу свой сквад, очевидно, из гениев. Ну, Никс уже точно гений. Брюс частично. Сквад снизу, ну, в этот раз хотя бы дистанция, хоть небольшая, но есть. Хоть не впритык спавнит, да? Ой, 3 Никса в команде. Минус легендарный дроп, даже если бы он у меня был. Обидно. Брюс с Никсом неадекваты. Ну и все такое. Прекрасно. Просто прекрасно. Лук лутаем. Еще бы копье найти, было бы неплохо. Но копье я вряд ли найду, конечно. Тут его нету. Идем дальше. Может, у ботика будет. Бах убил бота. Тут дробовик у нас, хорошо. И лук золотой, хорошо. Хорошо, все хорошо пока что. Только надо копье, а вот и копье. Все как заказывал. Только осталась еще одна аптечка, да. И можно, в принципе, уже драться на равных с любым сквадом. Я так надеюсь, по крайней мере. А там посмотрим. Все будет зависеть, конечно, от моей команды, которая будет способна нажать кнопки или не способна. Итак, сквад противника, вот он, бежит к нам бак. Гений, блин, я хотел эту кинуть, но не получилось. Копьем кидаем пока что, нормально все, в принципе. Бака мы достаточно жестко продамажим, вот, ну видите, изи. Изи просто дамаг по баку залетает. С павлинчиком. Павлинчик, да? Павлинчик, павлинчик. Ни разу не ошибся сегодня. Да, ни разу фламинго его не назвал. Какой же я жесткий сегодня прям. Вопрос, как они бросили бака 14 уровня в соло бою. Что это вообще такое? То есть, был сквад из 5 игроков. Почему бак у них отдельно был? Я не понимаю этого момента. Очень не понимаю. Пока что просто бахаем по кому-нибудь. Особо там не целюсь. Никса бахнем еще этой штукой. Раз достаю. Но если бы не доставал, я бы не бахал, конечно. Блин, больно мне сейчас залетает. Ну, что поделать. Тут. Блин, там еще жираф жесткий. Чё? Чё, быки офигели? Офигели, да? Обойдётесь. Так, бахаем пока что. Попробую сейчас бобра шотнуть. Отлично, шотаем бобра. Блин, видите, там несколько складов окружает. Бесит очень сильно. Очень сильно бесит, но как-то добиваем. Вроде как добиваем. Ну или мне так кажется, что мы добиваем. А на самом деле мы ничего не добиваем. Все, добили. Один сквад, отлично. Да, блин. Ресай, ресай, Никсик. Ну все, мы не реснемся, да? Он два больных Никса, которые испортили нам игру, к сожалению. К сожалению, два больных Никса испортили игру.
Просто два больных. Почему нельзя выдать бан? Выдать бан, хорошо бы было. Мы бы, я думаю, втроем бы проголосовали точно за бан этих двух гениев. Вот, понимаете, вот просто... Мы душимся против двух сквадов. Опять. Третий бой подряд, если что, напоминаю, да? Мои два гения в команде просто бегают по карте. Давайте глянем на этих гениев. Ну и где они? Я даже посмотреть на этих гениев не могу. Они умерли тоже, да? Ах, игра зависла. Прекрасно. Ну что там сказать, ребятки? Вы все видели, как есть. Рави Кимба лютая. Тащит красивейшим образом, но... Когда тебя душат по два сквада с двух сторон, он не может вытащить чисто физически. Это вам не Генри какой-нибудь, не Джейд все-таки с подвижностью. Это все-таки Рави, которому нужна позиция, которому нужно время на прицеливание. И когда скруговая атака на него возникает, ну, вы сами все видите, невозможно. Ну, я делал, что мог, поэтому получилось хоть как-то поднять рейтинг немножечко и в итоге залутать серебряный ящик, который мы откроем обязательно в эту штучку, которая называется «Золотая лихорадка». Чтобы вы понимали, сначала она была золотая, потом была монетная, теперь опять снова золотая. Разрабы. Больше слов нет. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Ждем, может, баланс все-таки вернут новый, а может, не вернут. В общем, всем пока-пока.